Здравствуйте! Сегодня суббота, 19 марта 2021 года, и мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Борисполь, Киев, Украина. На сегодня запланированы рейсы: Хургада, Египет, Шарм-эль-Шейх, Египет, Минск, Беларусь, Шарм-эль-Шейх, Египет, Хургада, Египет, Мюнхен, Германия, Хургада, Египет, Париж, Франция, Лондон, Англия, Стамбул, Турция, Прага, Чехия, Львов, Украина, Амстердам, Голландия, Львов, Украина, Амстердам, Голландия, Стамбул, Турция, Днепр, Украина, Харьков, Украина, Одесса, Украина, Тбилиси, Грузия, Милан, Италия, Женева, Швейцария, Ла-Романа, Доминиканская Республика, Стамбул, Турция, София, Болгария, Белград, Сербия, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, Хургада, Египет, Цюрих, Швейцария, Франкфурт, Германия, Осло, Норвегия, Хургада, Египет, Варшава, Польша, Амстердам, Голландия, Ереван, Армения, Амстердам, Голландия, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, Львов, Украина, Ивано-Франковск, Украина, Одесса, Украина, Днепр, Украина, Вена, Австрия, Доха, Катар, Шарм-эль-Шейх, Египет, Минск, Беларусь, Алматы, Казахстан, Тбилиси, Грузия, Шарм-эль-Шейх, Египет, Херсон, Украина, Запорожье, Украина, Харьков, Украина, Днепр, Украина, Одесса, Украина, Львов, Украина, Стамбул, Турция, Прага, Чехия и Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.